избавляют от боли и принимают чужую боль как свою – врачи. Они решают самый сложный вопрос жизни, несмотря на свое состояние, настроение, время суток. В Алтайском крае на защите здоровья 30 тысяч медицинских работников, 8 тысяч врачей, 22 тысячи среднего и 2 тысячи младшего персонала. Ежедневно они работают с опухолями, тромбами, переломами. А в 2020-м им пришлось в экстремальных условиях учиться бороться с новой инфекцией в ковидных госпиталях. Медики уходили на работу как на фронт и неделями, а то и месяцами не видя родных. Долг перед жителями края ощущают и будущие врачи. Пятикурсник Владислав Финтяшев провел в красной зоне почти 3 недели. Работал, учился, улучшал навыки. А перед первым выходом на смену я думал, будет ли проблемой какой-то или дискомфортом в постановке внутривенных инъекций в 2 перчатках. Но это казалось не более чем страхом, так как если хорошо пропальпировать вену, даже в 2 перчатках можно хорошо ее найти и успешно выполнить процедуру. В короткий срок организовали реанимационные места для пациентов с коронавирусом. Более 400 коек на базе действующих больниц. В нескольких городах создали новые подразделения для компьютерной томографии, чтобы распознавать вирусную пневмонию. Это значит, что уже до результатов теста врачи оказывают необходимую помощь. Из-за вируса в регионе обкатали систему онлайн-сопровождения пациентов. Она показала свою эффективность и оперативность. Эту практику, как и другие, будут применять и после. На примере центра медицинской профилактики созданный амбулаторный центр лечения больных с коронавирусной инфекцией мы однозначно переформатируем для дистанционного ведения больных с хроническими заболеваниями. Центр компьютерной томографии – это не только сейчас и здесь сделать снимок, это возможность проконсультировать врача-рентгенолога или врача-специалиста в районе. За сиюминутными планами не забывают и о текущих. Пересмотрев приоритетность, в этом году стали работать на усиление экстренной службы, хирургии и реанимации. Так, миллиард из федерального бюджета пошел на приобретение средств индивидуальной защиты, томографов и оборудования реанимационных мест. Миллиард из краевого бюджета – на создание межрайонных центров, укрепление операционных блоков. Почти 2 миллиарда по нацпроекту направили на создание амбулаторной онкослужбы в Алейске. Ее ведут уже в конце года. И укрепление первичного сосудистого отделения. А направление детства получило существенную поддержку в виде ремонта 2 десятка поликлиник. А в краевой столице ускоренными темпами строят крайне важный объект – 14-ю взрослую поликлинику. Сейчас она работает на базе нескольких корпусов, разбросанных по индустриальному району, который стремительно развивается и прирастает тысячами новых жителей, из-за чего к врачу приходится идти 2-3 квартала. Новое здание избавит от этих проблем. Здесь откроют 16 отделений. Среди них терапия, дневной стационар, женская консультация. Впервые появится взрослый травмпункт, кабинет рентгена, площади которого позволят установить там компьютерный томограф. Штат врачей увеличат на треть, что заметно сократит сроки ожидания. В день здесь планируют принимать до 1500 пациентов. Вот эта мощность, она рассчитывается только в отношении посещения именно к врачам. К врачам ведущий прием. А здесь не учитывается то, какое количество будет пациентов обслужено в рентгеноотделении, в лаборатории, забор крови. Я думаю, мы сможем пропускать порядка 2000 пациентов в день. Это почти в половину больше, чем сейчас. Сдача объекта по плану в 2022 году, но с учетом заданных темпов могут ввести в эксплуатацию и раньше. К слову, за 30 с лишним лет это первое строительство территориальной поликлиники в Барнауле. По итогу 4 месяцев текущего года в регионе снизился показатель смертности почти на 1000 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Именно это министр здравоохранения Дмитрий Попов называет одним из главных результатов работы. А значит, что стражи нашего здоровья и жизни работают на износ, особенно сейчас. Это их заслуга сегодня. Те достижения в здравоохранении, тот результат, как снижение общей смертности, это каждодневная работа. В день, круглосуточно, это та ответственность и тот вызов, который они взяли на себя и с честью несут. Врачи получили новый опыт, вышли за рамки привычного мышления и опробовали новые подходы в лечении. Поэтому к профессиональному празднику министр здравоохранения пожелал медикам беречь себя и своих близких, мира в семьях и благодарных пациентов. Особенно сейчас, когда каждая встреча с больным сопровождается риском.